Всем огромный привет. Ну вот уже сегодня 18 ноября, и мы выехали на концерт в Центральный дом художника. Так что в Москве сегодня хорошая погода, морозно, видите, Москва расстраивается. Раньше здесь была зеленая зона. Ну, все потихоньку вырубается, и цивилизация наступает. Все захватывает новые территории. Ну, Москва есть Москва. Вот мы уже выехали на Ленинградский проспект. Практически уже центр, метро «Сокол». Очень люблю этот район Москвы. Почему-то мне он в студенческие годы нравился очень. И все время нравился. Не знаю, почему-то. Этот район, это метро-аэропорт. Здесь находится аэровокзал. Раньше в советское время часто уезжал с аэровокзала. Приезжаешь сюда, здесь проходишь регистрацию и сразу подвозят тебя к самолету. Себя очень удобно. Сейчас увидим мы его или не увидим, есть он или нет. Но где-то вот за этими двумя башнями-близнецами. Вон там, во дворике, находится аэровокзал. Вот он. ЦСКА, нет, вот. О, я забыл Москву. Где-то вот здесь. Давно уже не ездил. По-человечески по Москве. Видите, какие модные тоннели. Красиво, чисто. Замечательно. Вот мы доехали уже до Белорусского вокзала. Белорусский вокзал. Уже и тур по Беларуси. Вот он, Белорусский вокзал. Кажется, что это было уже давным-давно. А сейчас как раз пересекаем Белорусскую площадь и начинается, вот она, Тверская улица начинается. Тверская улица. Сколько здесь проведено и прожито моментов. Потому что вот как раз здесь налево. Вот сейчас будет переулок. Вот. Третья Тверская, Имская. Вот она. И там в уголочке наше общежитие Щепкинского института. Здесь мы пешком, утречком всегда бежали, такая утренняя пробежка, до Щепки, до театрального института. Здесь все хлебные магазины, магазин полуфабрикатов, любимый наш, с морковными и свекольными котлетами. Но все сейчас изменилось. Все изменилось. Остались только воспоминания. Здания практически все те же. Только фасады заиграли импортными названиями. Вот, поубирать бы их все. Площадь Маяковского. Вот он сам, господин Маяковский. Гостиница «Пекин». Гостиница «Пекин», концертный зал Чайковского и театр «Сатиры». Театр «Сатиры». Вот он выглядывает. Вот он. Театр «Сатиры». Потрясающий, великолепнейший театр «Сатиры». И туда вглубь, за спиной Маяковского, уходит Садовое кольцо. Садовое кольцо. Да,
куда ни повернись, везде история, 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 история. Это высотка, дом на Баррикадной. Торчит там далеко. Вот такая Тверская улица. Здесь нужно выходить и идти пешком, гулять, 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 гулять. Что раньше мы любили студентами и делать. Всегда гуляли здесь, любили ходить по ночам и ставить вот эти аппараты, где за 3 копейки газированная вода, за копейку. И всегда любили летом прошвырнуться и попить водички. Вот этот театр Станиславского, горный клуб. Теперь это музей революции. И мы подъезжаем к площади Пушкинская площадь. В этом доме у меня друзья живут. Есть очень много друзей. Очень много-много. Вот он, Тверской бульвар, куда мы и поворачиваем. Вот он, Пушкин. Александр Сергеевич стоит, мерзнет. В Москве уже вечереет. Очень люблю это время. Вот как раз на этом месте 23 года тому назад мы снимали клип «Бродвей на Тверской». Вот на этом месте. Вот мы едем по Тверскому бульвару. Вот дом-музей актрисы Марии Ермоловой. Вот, будучи студентами театрального института имени Щепкина, мы часто приезжали здесь. По ХД. Субботники у нас здесь были. То мы дома вычищали, то внутри дома вычищали, то вокруг дома лед рубили. Так что следили за домом Ермоловой. Тоже много связано с этим Тверским бульваром. Здесь недалеко улица Качалова, где дом звукозаписи. Много радиостанций в 90-е годы вещало именно отсюда, а не из Останкино. Такие программы, как «С добрым утром», где звучали мои песни. Здесь у нас был репетиционный зал театра Шеринга на улице Герцена. Здесь недалеко, так что много-много-много воспоминаний здесь. Ну вот мы опять ехали, ехали и приехали. Как раз слева парк культуры, впереди Крымский мост. Крымский мост. А справа центральный дом художника. Здесь я не был очень-очень. Здесь я как был, не был, да? Был, не был. Был очень давно. Очень-очень-очень, даже не вспомню. Но, ну, лет 20 точно назад. Ну, может быть, 15. Какая-то была выставка, и то ли концерт был, то ли, не помню, но что-то было. Ну, наверное, лет 15, да. Ну, вот, вспомним молодость. И новое это платье, и как хочу тебя сейчас обнять я, и превращаю годы в дни и ночи. Ты очень красиво, очень-очень, ты очень красиво в это платье. И как хочу тебя сейчас обнять я, и превращаю годы в дни и ночи. Ты очень красиво, очень-очень.
Мы же с тобой только что недавно в другом городе виделись. Она меня и здесь нашла. Я же тебе в прошлый раз сказал. Выходи за меня замуж. Выходи за меня замуж. И всегда будешь со мной. Ты согласна? Поеду только поцеловаться. В Вологде поцеловаться. И в Липецке поцеловаться. Где ты только не была, а? Везде была? Ну иди ко мне сюда. Спасибо большое. Это говорит о том, что как же мы давно не виделись в Москве. Здрасте! Спасибо. У меня что сегодня? В СДК день рождения, да? Спасибо большое. Ну, за новый альбом мы тебе очень благодарны. Спасибо. Танцевать будешь сегодня? Будешь? Ну-ка покажи, как ты будешь танцевать сегодня? Смотри, красивая какая! Ой, какая без меня кофточка красивая! Ты меня сегодня будешь возбуждать весь вечер. Все твое место в первом ряду, да? Сиди и возбуждай. Кстати, сегодня, кстати, в Москве. Мужчину попьем. Хотите чайку, а? Попьем или попоем? Потанцуй, а потом и попьем. Белые тюльпаны, как желала ты. Белые тюльпаны. Осенний вечер, московский, прохладненький, но счастливый, счастливый, родненькая Москва! Сегодня! Ох, сегодня! Сегодня с каким горячим сердцем, с какой же поющей душой мы к вам сегодня сюда приехали! И не грусти, сам
тебе не позволю. Пусть эти невзгоды стучатся порой, одни я тебя укрою. И если погаснет в доме свеча, я стану твоей свечою. Я слезы твои разотру по щекам и плакать тебе не позволю. Thank you.
Что ты? И слова даже забыла. Любимую песню, потому что, ну как-то...
сюда вернулась, я же говори, а мне бы крылья, чтобы лететь к тебе, а мне бы силы, а на зло судьбе, а мне бы сино.
Thank you.
спросил человечество, а музыкант-то какой? Ой, музыкант-то какой? Самый наш худенький, самый наш кучерявенький. Ну, выходи вместо меня тогда. Я даже тебе, я в микрофон даже не могу перекричать тебя уже. Забирай его, иди. Иди к ней, иди. Москва. К Москве надо готовиться специально.
До Москвы нужно отдыхать минимум неделю. Я перевозьму на это на вооружение, потому что меня Москва сносит, как штормовая волна. Я даже теряюсь. Но молодцы, молодцы. Я счастлив, что сегодня получился такой концерт. Хотя, конечно, зал ЦДХ – это, наверное, самый ужасный зал, в котором я выступал. Вот, больше никогда в жизни не буду там петь, потому что хуже ничего в своей жизни и дурнее не видел. Поэтому в Москве много прекрасных залов, где мы будем обязательно с вами встречаться. Спасибо вам большое. Вот. Я еще и к следующему концерту поправлюсь, лучше себя чувствовать, выглядеть лучше не такой жуткой губой. Но это жизнь. Я же не робот и тоже могу заболеть и не выздороветь, особенно после белорусского тура, где холодные залы, где все холодно, сквозняки. И, конечно, это нужно быть, не знаю, каким здоровым человеком. Поэтому все будет у нас хорошо. Я желаю вам только, вот по себе знаю, только здоровья, 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 здоровья. Будьте здоровы и счастливы. Мы любимые, мы самые родные и удивительные. Удивительные. Спасибо вам, мое миллиардное спасибо за то счастье, которое вы дарите. Мне кажется, что я дарю вам маленькую песчинку счастья, а вы мне целый фантастический космос любви и счастья. Спасибо вам большое. Спасибо. Всегда ваш Виктор Королёв. Спасибо.